Знакомьтесь, Эфи Пилорину, финансист, консультант и инвестор финтех. Пилорину окончила университет ПАТР, получила степень магистра делового администрирования и доктора философии в сфере финансов Университета Теннесси, Ноксвилл, США. Она была вице-президентом нескольких компаний банковской сферы. С 2014 года является соучредителем, консультантом и инвестором двух платформ, посвященных технологии финтех – Daily FinTech и FinTech Genome. Пилорину в соавторстве с Янашем Барберисом выпустила книгу «Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям». Она стала первым подробным руководством в сфере финтех.